Я думаю, что это, конечно, все утки, и сейчас это все на фоне таких вот на уровне слухов и домыслов, потому что ну, мы все прекрасно понимаем, какой был резонанс после Крыма, да, и, допустим, если это сейчас продолжится, то это может послужить розжигом именно военных действий, потому что, в принципе, Крым был присоединен, точнее, я не считаю, что он был присоединен, крымчане сами присоединились, да, изъявили желание, без единого выстрела, я считаю, там, без каких-то именно военных таких серьезных войн, там, не знаю, действий, оружия, поэтому если и в дальнейшем, на данный момент, сейчас это будет продолжаться, то, конечно, будет невозможная волна, да, вот этого негатива и агрессии, потому что, естественно, никому не выгодно, чтобы Россия была могучая, сильная и имела большую территорию, да, в мире, в принципе, поэтому...